Всем привет! Сегодня я вам расскажу. Прочитаешь, да? Прочитаю сказку про рак и лису. Давай, про рака и лису, да? Называется на рак и лиса, да? Мы с тобой прочитали сейчас. Нет, отсюда. Лиса в с лит лет тила. Какое слово получилось? В тила. Это сложное слово. Давай, лиса что сделала? В с лит и ты слово читай. И ты е ти о. Что она сделала, лиса? Встретила. Сложное слово. Я тебе помогу, да? Встретила. Кого она встретила? Давай читай. Лака. Кого встретила? Лака. Рака. Так. И го во и ты. И что делает? Говорит. Говорит? Да. Говорит. Кому? Лесе. Нет, считай, кому? Ле. Это какая буква? Лебу. И? Лебу. И говорит ему. Лиса встретила рака и говорит ему. Что же она говорит? Давай, читай. Давай. С тобой побежит. Побежим. Побежим. А как? Ну-ка давай прочитаем. На перегонки. На перегонки. Да? Ты догадался сам. Кто предложил бежать на перегонки? Лиса раку или рак лисе? Лиса встретила рака и говорит ему: давай с тобой побежим на перегонки. Кто предложил? Лиса? Да. Давай дальше. Угу. Что ответил ей рак? Ну-ка, читай. Ну, что? Пишется что, а читается как? Что? Угу. Ну, что? З. Лиса. Давай. Что ответил рак ей? Давай. Да, он сказал, ну что же, лиса, давай, да? Ага. Дальше. Как только, так только лиса побежала. Как только лиса побежала. Как уцепился. Что он сделал, рак? Уцепился. Куда это он уцепился? Ну-ка читаем. Ели за. Ты не дергай, не ерзай так, а то и плохо. Х. О. Вот это слово читай. Во. С. Сто. За что он отцепился? Еще раз. За. За. Х. Во. С. За что? Хвост. За хвост. Представляешь, какой хитрый. Она побежала, он раз и за хвост уцепился, да? Дальше. Добежала. 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 Лиса. Это через и, да? Лиса. Добежала. Добежала лиса до места. Дальше. Рак. А рак что? Не оте. От? От. Сп. Я. Е. С. Тя. Что он делает? От. Давай вместе. От. От. Тя. От. С. От. С. П.
Ля. Нет. Нет. Ся. Ся. А рак не отцепляется. Это слово от цеп ля еца. Понял? Дальше. Обе. Р. Ду. У вас. Лиса. Ли. Это и. Лиса. Что она сделала? Лиса. У вас. Обернулась лиса. Дальше. По. С. Под. Пос. Пос. Вот ела. Не, пос, мод. Пос. Пос. Вот видишь, перенос. Переносится слово. Пос. Мод. Ед. Посмотреть. Посмотреть, да? Ага. Да, я по. И. У тебя сейчас упадет книжка. Далеко ли? Вверх. О, далеко ли? Вот тут мы читаем. Далеко ли? Рак. Далеко ли рак? Уйдет. Что она посмотрела? Что она обернулась? Далеко он ползет. Далеко ли рак ползет, да? Дальше. У тебя такой насморк. Давай, дальше. Это и. Ви. Ли. Дуа. Ли. Это. Ли. Еще раз. Ви. Ли. Ли. Дуа. Что она сделала? Вилдула. Вильнула. Вилдула. Хвостом. Догадался? Вильнула хвостом. Вот. Так, что сделал? Вот. Цепился. Раз отцепился. И во-во. Вид лиса. И говорит. Где ты лиса-то нашел? И говорит. Что он говорит? А я тебе. Тебя. Тебя. Да. В. До. Тут. З. До. А я тебя тут давно жду, да? О, Славка, ну расскажи нам, про что эта лиса, про кого, про что эта сказка, про кого она была? Поисуй, палака. Да, и кто обманул-то кого? Как там, что они решили сделать, рак и лиса? А, они хотели перегонки, а Клапин ее обманул. Вот оцепился. За хвостик. Вот он дошла до своего места. Да. И Алиса говорит: ой, я тебя сдала, сдал. Как? А, это рак сказал, да? Я тебя уже давно жду, да? Так сказал он. Он прицепил всех лисе за хвост, да? Лиса бежала, а рак ехал на ней, да, можешь сказать? На хвосте, да? И когда лиса прибежала, она же развернулась, да? И что произошло? Рак сказал. Рак отцепился, да? И сказал ей: а я тебя здесь давно жду. Молодец, рак, хитро сделал. Вот. Всем пока, подписывайтесь на наш канал. С вами была Папа Чиновая, и я пока.